Ака, вот так. Мост через Аку. А вот и название. Вы ничего не увидите, потому что все в тумане. Печально, блин, что погода хорошая и туман, видимости нет.
туман же не может быть весь день. Или может?
бы доехать за светло. Вот он. Если бы вчерашних этих снежного плена, потом снегопада, проблем бы не было, конечно. Туман рассеялся. Вернулась к позициям. Погода наладилась, температура по нулям, туман рассеялся. Долго музыка играла, да?
а в низине туман. Наверное, поднялись, тут уже совсем другая видимость. Можно было бы без проблем успеть, если бы не видеосъемка. Thank you.
R255 ни в каком сравнении с R504.
свободного места в баке 20 литров. Такое же название в Иркутской области.